Якутская ГРЭС-2 заработает в сентябре этого года. По крайней мере, к этому сроку ее планируют ввести в эксплуатацию. На сегодняшний день объект готов на 92%. Все основные работы завершат к началу июня. Станцию сегодня посетили глава Якутии Егор Борисов и гендиректор Росгидро Николай Шульгинов. Там им и озвучили информацию о готовности объекта. В оставшиеся работы входят пусконаладка, благоустройство и отделка помещений. После запуска станции проектные и строительные организации в течение полутора лет будут вести постоянный контроль за техническим состоянием станции. Вот оставшиеся 8% это в основном все МР получается, да. Оставшиеся 8% это вложение, все то, что оборудование все приобретено, здесь ничего. Все основное вторичное, вспомогательное оборудование находится на объекте. Значит, оно смонтировано. Сейчас идет пусконаладка всех систем, необходимых для жизнедеятельности станции, для обеспечения там, безопасности персонала самой станции. Плюс идет пусконаладочная работа по выдаче тепловой мощности, по электрической мощности, крови уже под напряжением у нас, говоря, месяца. А вот это тоже непростой этап. Основные работы, которые остались по станции, это работы 8% пусконаладка, это работы по благоустройству и по финишной отделке помещений.